И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Но на этот раз вы видите на Скёрче. Так, серия на Скёрче сидела. Блядь. Ну, кто потом понял, что все сначала, типа, блин, ну, ощущение. И стоит начать с того, что буду делать не то, что было на острове. Почему? Нет, Шевце. Во! Раптор. Раптор 104 левела. Ну, во-первых, я хотел притомить раптора. А во-вторых, я хотел притомить его еще на острове, вот, так как есть такой клевый скин. Я хочу его заюзать. И минимум один раптор мне точно будет нужен. Ну и плюс, к тому же, это раптор, это все-таки ездовое дино, которым я пригодится. Почему на шифце все дела? Потому что, вот, видите, у меня на руке телефончик, который, собственно, мне помогает найти дино. То есть это тот же самый дино-трекер, но только на руке. Ну, собственно, вы все это осознаете, то есть есть телефон, а есть какая-то. Просто этим неудобно пользоваться, так как у меня на C, то есть C с контуром у меня помечено. Поэтому у меня он на C бьет рукой, на контур у меня присесть. А тут как бы вот, как так. А биндкей там какая-то еще хуже хрень. Типа, все равно C, Q, это F5 вообще зачем? Вот, поэтому, ну, как бы, нелогично. Ну, а бог с ним. Если бы шифт контрол был, то было бы больно. Чик-чик. И все. Ладно. Не об этом суть. Я, во-первых, сделал себе уже арбалет с транквил стрелами в большом количестве. Сделал себе бурдюк, если помимо воды пройдусь. Сделал седло для шелкопряда. Ну, пускай будет, лишним точно не будет. Вода заполняется, отлично заполняется потихонечку. Металлические инструменты. Ну и пику, кстати, пока что не сделал еще. Я думаю, стоит сделать. Ну, это дело верстак. Где я это все сделал? Так. Один. Почему у меня здесь 1000? Потому что у меня 1000. Да, 1000 гривны. Ну, по факту 2000 гривны будет. Потому что она очень точно нужна. Так, все, это можно выкидывать. Они точно не нужны. Конечно, можно типа оставить, если что, кинуть, но. Кому не нужны. Так, делаем. Ну, если есть топор Сантьяго, то почему бы не сделать копье Сантьяго? Да, Джесси, молодец. И да, у меня здесь крыша на голову нет, так как здесь лучше, чем в каменном помещении. И, собственно, из-за этого я делаю глину, чтобы сделать. Этот, как там, батон, глиняный, в общем, короче, это глиняный дом. Так. Отлично, демонстрирую чувства. Кайф. Но мне это не то, что мне нужно. Убраться от этих чувств. Где ты находишься? Я вообще тебя могу через это найти? А, вон. Вижу. Сгонял за металлом в ту сторону. Потом началась буря, я по-быстрому вернулся. Собственно, радар мне предупредил о том, что будет жопа. И, соответственно, да. Так, здесь рядом еще. Отлично, вот кто рядом еще. Так. Знаешь, что мне нужно? Мне нужно... Одного! Блин, нужно, подожди. Эй! В смысле не попал? Стой! Так ты, борди, тот же... О, попал. А может, посадим? Оп! Не посади, отлично. Так. Может, здесь попал? О, здесь, я думаю, будет покруче. Хотите? Тут главное сейчас есть возможность спуститься. А возможность спуститься есть. Там спускаться. И страшно опасно. Опасно как страшно. И
Отлично. И нужны мне лопатки. Пожалуйста. Дурной, что ли? А если попадешь, вот на тебе вход. Не знаю, за место. А вот от того нужно избавиться. Потому что он проснется, во-первых, этого тьма топа мне нафиг не нужен, а во-вторых, он проснется и будет немножечко плохо. Так, и желательно, чтобы тебя никто не атаковал. С тобой собрать. Мне черно. Ну что? Надеюсь, никто не нападет. И мы тебя. Вот благо они урон не наносят, когда топчется. Жрабас. Я про каптодонта освобождал. Он в камне застрял. И прыгал, короче, застрял между двух камней. Так этот дебил просто под кирку лезет и все. Чуть-чуть не ударил, блин. Но, последняя кормежка. И все. Нет, еще ресурсов собирал чутка. Там трав, все дела. Кнут есть. Это клево. Собирать вообще кайф. О, да. Супер. Так, а теперь для чего я поставил на паузу? Ну, у меня на эскейп нажимаешь паузу, так как это локалка. Короче, как я хотел его назвать? Раптор назвать я хотел, как назвала Мэйин в заметках. И тут есть три имени. Первое, в английском написано Вусхуй. Да, Вусхуй. Вот. На русский перевели заметку как Вузи. И что Вусхуй, что Вузи звучит отвратительно. А вот переводчики, которые делали заметки, он так и называется, арк заметки, сейчас точно скажу, арк заметки первопроходцев на русском. Очень клевый, короче, канал. Реально, вот если хотите все заметки прочитать, вот туда. Так и видите, арк заметки первопроходцев, и, короче, это вообще прям клево. Там они назвали его... О, господи, я опять забыл секунду. Дебил. И я вспомнил, они его назвали Уджуй, я даже не включал видео, я клёвый. Так вот, Уджуй поинтереснее будет, чем Вусхуй. Вот, поэтому я его хотел назвать Уджуй. Вот, так что назовем. Да, это хоть и самка, но... И, кстати, чем-то подходит тем, что она темная. Блин. Вот. Уджуй. Опять-таки же, я не знаю, как в японском в китайском склоняются имена. То есть женский, мужской. Поэтому, может, и женский, и мужской звучит одинаково в этом плане. Без понятия. Если вы реально знаете, то можете написать, я переименую, то есть Уджуй на русский. Ой, ну в смысле этот, склоняться будет на женский. Все. У меня просто, если что, почти час ночи, я туплю, а днем времени не было, поэтому снимаю ночью. Потому что снимать нужно, пока есть возможность. И что я делаю? Ну, естественно, горцую воевать. Поэтому урон. Сейчас будем воевать. Сейчас будем воевать. Погнали. Неу. Кавалерия, вперед. Кстати, да, кавалерийское копье на рапторе сработает идеально. Назад на базу. Я вспомнил про... Да, урон не носится, клево. Я вспомнил про клевую штуку. Так. Да ебастый. Опа! Клево. Ну, честно, если бы был бы скин не только раптора, но и... Что там, паразавр же, да, был? Да. То было бы тоже вдвойне клево. Ну, типа, камон. Там же не только раптор был, но и паразавр в анимации. Блин, честно, жду анимацию прям очень сильно.
прям охота посмотреть, что там будет. Ну уж не говоря о том, что вторую часть арка тоже будет плохо. И именно для этого я прохожу весь арк, чтобы второй арк все-таки посмотреть. С начала, да что ж ты убегаешь, так гнида ты жаробасная. Иди сюда! Циркобой левел, никчемный слабак. Так, ну ладно, мне что сейчас нужно? Мне нужен летун для двух целей. Первое, добыча ресурсов таких, как кристалл, потому что, если я не ошибаюсь, с кристаллами какая-то жопа чутка. Ну, в смысле, добыть их далековато отсюда, по крайней мере. Пешком, в смысле, бежать далековато. Вот. И вторая причина, для чего мне нужен летун, чтобы найти место хорошее. Ну и второй вариант, я, конечно, могу сгонять вот на ту гору и потомить Аргентависа. Но я хочу шелкобряда. Камон, блин, сейчас бы нас керчи горцевать и не притомить шелкобряда. Вот, но для этого мне нужен, понятное дело, хороший левел. Ну, желательно хороший левел, чтобы, ну, туда-сюда, плюс-минус, что-нибудь было да получше. Хорошо, что так много-то всех вас. И причем ни одного шелкопряда, хотя они тут тусовались, я точно знаю. Но, честно, вот на рапторе я уже горцую, и мне как-то по... О! Опа-на! Опаньки. Кстати, да, можно будет добыть. Опаньки! Во-первых, это огромная площадка. Так, какой левел? Ну, маленький, но, с другой стороны, значит, прям большой. Во-первых, это огромная площадка. И такая более или менее ровненькая площадка. Во-вторых, это как ни крути. Ну, плюс-минус центр карты. И вот где-то там... А, вот на той горе точно я знаю, там есть ресурсы. Да и в целом здесь в Кругаля есть ресурсы. А, кристаллы вроде бы там. О, сорян, секунду, у меня что-то горло запершило. О, ну, вроде полегче стало. Просто что-то, походу, то ли отравился, то ли что, короче. Ну, неважно. Приболел. Назовем это так. А хрипеть не оно. Я вот сейчас смотрю. Слушай, реально, место клевое. Место клевое. Оно огромное, клевое место. Сделать большой загон здесь вполне будет неплохо. И да, самое главное, чтобы здесь големов сейчас не было, поэтому надо будет пройтись по камням. В смысле, рядом с камнями хотя бы проверить на наличие големов, так как пока что нет трубы. И я не могу через трубу проверить, големы я здесь нету. Вроде безопасно. Слушай, А клёво. Если я здесь застолблю место, то будет неплохо. Да, это локалка, я застолблю место. Ну, камон, это уже привычка. Мне однозначно нравится. Для чего мне вода? Потому что мне нужно будет сделать обязательно эти грядки, все дела. Потому что без них вариантов нету. Овощи нужно будет обязательно выращивать. Я думаю, еще другую траву можно будет выращивать, чтобы не томить травоядных для добычи ягод. То есть я, допустим, те же самые наркобарики. О! Скалолазы, етиши, пассатиши. Вон они лазят. Вот. Чтобы не томить травоядных, ну, то есть лишних дина себе не томить. Как вы знаете, я не люблю томить лишних дина, потому что, ну, камон, зачем томить, когда они могут не пригодиться. Вот, стега я томил для того, чтобы, ну, блин, прикольно, я стега-то и не томил, там, типа, один раз томил, а тут еще его изменили, так классно, он вообще клевый теперь стал. Ну, типа, да, прикольно. И, в общем, можно поставить на выращивание всю траву, почему бы нет. А, ну и, кстати, под пивас же тоже нужна будет вода. А пивас нужен. Пивас нужен, потому что от него делаются ускорялки. Так что, думаю, да. Пока что намечу здесь, переезжать я не буду, но нужно будет притомить шелкобряда. Ой, сколько болтовни, оказалось, что я уже конец серии записываю. Но нет, нет, нет.
Да, ночью, короче, не самый лучший вариант снимать. Что-то у меня так, мысли на мысли не складываются. И смотри, еще одна вода. Слушай, нет, надо все-таки побегать, поискать сначала, вдруг что где найду более лучшее. И давайте хп качнем. О, три косаря уже как-то получше будет. Ну клевый же скин. Ну клевый же скин. Я знаю, что клевый. Так, и давай поищем все-таки шелкопряда. Наше ничего нет. Ну и в жопу идите все. Опять-таки же, если. Блин, с одной стороны, нужно бы притомить Мерлос Хопса. Ну, опять-таки же, бегать на скерче, не притомить Мерлос Хопса. Что у меня плохое присутствие? Либо я в пустынку зашел. Либо. Кстати. А, да, это я просто в такой регион зашел. Если вы заметили, что темно, да. Стандартная гамма 2.2. Я поставил на дневную. На дневную гамму я поставил 1.8. Ну, чтобы было нормально. Потому что, сейчас я вам покажу. Ой, это не то. Иди в жопу. Не то мне надо. Это я на Айсленде ставил, чтобы... Там виверна! Вот стандартная гамма, а там виверна. Слышь? Здесь игроков-то нету, это настоящая виверна, да пошел ты в жопу. И вот хоп, переключаюсь на гамму, но так уже как-то интереснее, да, то есть как-то полегче глазкам. Но вот я не скажу, что вот здесь уже полегче, кстати. Оп, так, блин, так тоже не легче. Да ну нафиг, да ну, надо посмотреть, где вообще виверны летают и отдрапать нафиг. Не-не-не-не, около виверны я точно строиться не буду. Если они могут так язычно прилететь, строиться здесь точно нельзя. Вот это хорошо, что я ее увидел. До того, как еще ядовитые, я ненавижу ядовитых. Они просто седока убивают. Да, у меня 1.5 косаря хп, это меня спасет, но блин, камон. Ненавижу я их. Ну, погнали, драпнули, короче, отсюда дальше искать шелкопрядов. Ох, не, я рад, что я увидел верну до того, как я вообще начал строиться. Место, конечно, клевое, но с ними я не готов. Слушай, есть же карта этих водных источников. Погнали по ним. Сейчас карту загружу и погнали по водным источникам. Думаю, там где-то точно будет норм место. Да, сейчас гляну, короче. Да ну тебе в жопу! Гляну, короче, где эти. Что ж она меня преследует? Гляну, где водные. Waterwine, как они там. Короче, колодцы, это источники. Вот. И туда бегу глянуть. А еще я посмотрел, где спавнится виверна, они спавнятся по всей карте, но в основном они слева, но заспавнится, они могут, просто так тупо, короче, заспавнится, они могут везде. То есть, неважно, где ты построишься, они могут просто у тебя появиться на базе. Поэтому, по ходу дела, защиту турельную мне нужно будет строить обязательно, на всякий случай, либо купол строить, то есть, как бы, один из двух. Либо защиту Пурлова. Иди в жопу. В жопу. В жопу. Ух ты. А чё ты такая жесткая-то? А чё у тебя с левелом так много? Слышь, ты чё такая жесткая, а? Да, простите. Фига себе. А чё она? Ой. Первосортное мясо. Клёво. Только она испортится, ну фиг с ним. Слушай, здоровечко нужно качать. Нужно качать. Надо хотя бы так сделать. Куч. Кстати, здесь же пещера вроде бы. Или заметки здесь я, помнится, брал. Ну, что-то, короче, здесь брал. Короче, бегу я на другую сторону. Ищу шелкопряда, потому что шелкопряда бы притомить нужно. И в целом, что я могу сказать по карте? По карте три артефакта, то есть три пещеры. Один босс. Не помню, есть разновидности альфа-бета-гамма, но, если не ошибаюсь, за убийство Мантикору левела не дают. Вроде бы, ну, по крайней мере, в списке того, за что дают левела, я не видел убийства Мантикоры. А это означает, что, по сути, любую Мантикору вольни и, типа, карту уже прошел.
Поэтому Скёрдж будет не долгой картой, не такой, как остров. Это факт. Ну, я думаю, раза два, как минимум, короче. Хотя фиг знает, ну, реально. Может, она просто и затянуть. Вот. Кстати, чё я просто так бегу и не смотрю шелкопряда? Шипастый дракон, окей. Это не то, что мне нужно, но 72-й левел я постараюсь запомнить. Шипастый дракон. Нужен он... О, горный элементаль. А где ты там тусуешься? А, это тот козел, который на меня... Я ж отсюда убегал. Да. Да, я сейчас приду туда, откуда я убежал тогда. Я понял. Значит, идем слева от горы. Блин, а слева от горы жопа. Значит, идем вверх. То и без сейчас направо. Короче, ладно, поищем. Постараюсь еще найти шелкопряда. Нашел 64-го левела шелкопряда. О, кстати, он находится там, куда я сейчас бегу. Бегу я по координатам 40 на 40, там вот Рубайн стоит. Ну, почти 40 на 40. Стоит он 40 на 42. И другой Вейн стоит 44 на 40. Вот, бегу туда, там как раз шелкопрядики тусуются. Вось какой побольше левела будет. Стараюсь убежать подальше от Виверны. Да чтоб тебя, собака, ты, блинский, не запрыгиваешь. Стараюсь убежать подальше от Виверны, которая уже заспавнилась, потому что есть шанс на то, что... О, кстати, вот там... Короче, есть шанс на то, что там ее не будет, так как она там. Вот так. Но это не точно. Так как там 4 области, и типа они могут в каждой области по одной как минимум спавниться, и такая вот там... В общем, моя тактика — это не тактика. Мне страшно. Ой, страшно. Ну, что поделаешь. Кстати, о чем? Давай сейчас сразу же глянем. Не-не-не-не-не, Арк, не лагай, давай, прогружайся. Что тебе так вот это, нет. Никого пока что. Блин, я что-то вспомнил. Здесь же есть еще нефтяные источники. А, твою мать, ты что такой темный-то был? В кустах сидел. Ёб твою ж за ногу. Ух, страшно-то как, а. Уф. Я еще пока не могу адаптироваться к этому всему, реально. Мне, я прям всего очкую. Это из-за того, что на Скёрче я реально мало играл, и от этого я всего очкуюсь. Я не раз говорил, как я на центре начинал играть, и я просто неделю не мог подняться. То есть вот так вот жил, короче, под горой, а там из обычных камней лутал металл, хотя мне нужно было подняться, короче, типа наверх, там обойти, там 2 метра пробежать, грубо говоря, и я там... То есть я жил над жилами металла, но я не знал, что там жилы металла. Я очковал пройтись дальше. Я так жил неделю. Это было на сервере, и когда это я начинал играть. Вот. Типа, я еще тут закон. Не об этом сейчас, короче. Да, смерим тену. Так вот. Нефтевышка. Нефтевышка. Есть шанс поставить же нефтевышку. Точнее, нужно ставить нефтевышку, чтобы была нефть. Почему бы нет? То есть не лутать ее с кувшин с жуков, а поставить нефтевышку. И вот. Есть один и водный источник, и нефтяной источник, они стоят рядом, ну недалеко. И 55 на 64 водный источник стоит, то есть, а нефтяная прям тоже как бы рядом. И вот я иду сейчас туда. И если не ошибаюсь, там еще кристаллы. Должны быть, по идее... Ага, кристалл как раз таки в противоположную сторону. Ну, неважно, мне самое главное сейчас базу построить, и вот это вот куда важнее. Поэтому сейчас иду туда, то есть я по факту перебираюсь на другую сторону. Братан, сущий, да, ты на кого напал? Не трогай колобка, колобок и ответит мужик. Братва, я вас спас, оживите. Я реально вот, ненавижу этих козлов. У хищников всех, которые нападают просто на таких, на беззащитных, я стараюсь защитить их. А почему бы нет? А тем более, что вот такие вот
можно так назвать их, беззащитные, да, но они мне поначалу, вы помните, давали не кислота кожи. Благодаря этому я ни одного беззащитного животного не убил. Вот. А я это люблю. Не убивать беззащитных животных. Просто так, ради кожи. А потом, когда меня все бесит, я иду всех убиваю подряд. Но не будем об этом, да. Короче, бегу я. Может, еще шелкопряд найду. Блин, надо вспоминать хотя бы иногда, что надо шелкопряд искать. Так уже это... Оседлал такой и побежал, все. Мне не нужен летун. А летун нужен. А я забываю. Потому что час ночи. Да. Я вот такой забыл. О, красный луч, клево. Погнали. Ёб твою ж за ногу. Он просто в воздухе появился. Я никогда к этому не привыкну. Как они в воздухе появляются, козлы. Он просто такой... И упал. Ненавижу их за это. Но зато на острове один такой забагался прикольно, и я его замочил с дробовика. Ну, собственно, скрины, подтверждающие это, есть в группе ВКонтакте, да? Нет, я же смогу упасть. Оп! Пошел ты, скорпион, в жопу. Давай, только не исчезни, пожалуйста. Ты серьезно что ли? Да пошел ты! Если фу за тебя исчезнет, я тебя убью! Хотя я тебя и так убью, но я тебя убью, если фу за тебя исчезнет, я не залутаю. Так. Все нормально, было время. Дофига. Так, давай смотреть, что мы залутали. Бензопила! О, село на Аргентависа клевое! Класс. О, водичка! Это вообще супер бутыль с водичкой, это вообще кайф, потому что это, я как бы не могу... Ой, еще колодец! Блин! Кроме рецептов и вот этой кластерной гранаты, все кайф. Хотя кластерная граната тоже кайф. А это я так насобирал, короче. Слушай, супер! Ну вот этот жирнич тут ходит, это мне не нравится, конечно. Почему? Если не ошибаюсь, то он лазит где-то в том районе, где я хочу поселиться. Карта, продолжайся давай! Эй, пошел. О, прогрузилось. Так, мне нужно 55-65. Слушай, далеко. Ух, я справа пошел. Опять падает красный. Вот, слушай, это Я что такой перегружен? А чем перегружен? Окей. Ладно, погнали дальше. Смотрите, инопланетяне приземляются на Землю. Шутки тупые у меня. Богомола? Вот это кайф. Ну, гранник, конечно, такое себе, ну, потому что он мне точно не нужен. И резинка. Богомола-то точно буду томить, потому что он клевый добытчик, ему еще есть и в клевую кирку топор, даже вообще просто клевый. То есть он у меня будет заменять всех добытчиков, по идее. Да, то есть будем томить по минимуму, стараться, потому что, а зачем? Блин, клёво, два красных луча, вот это фартанул. Причём, я не знаю, вот что меня дернуло бежать в эту сторону именно, вот, точнее, что меня дернуло посмотреть, а где нефтекачка, ну, типа, нефтяжила. Находится, и вот два красных луча просто из-за того, что я развернулся и побежал. Клёво, мне нравится. Так, съешь 55 на 65. Ой, мне еще бежать. Так, источник воды я нашел. Да, место под постройку, конечно, дебильное в этом плане, но я да и не придумаю, что то когда где. Слушай, даже можно будет там сразу же колодец поставить, потому что, как я уже сказал, я уже хочу здесь строиться, так как все-таки вода и нефть рядом. Это важные два ресурса. Кстати, если кто-то хочет сказать, а что ты не построишься около воды, везде же есть место с водой. Ну, камон. Где этот сраный колодец? Так у меня в руках. Жить на Скёрче и строиться около воды. Там... где вы можете построиться на любой карте. Серьезно?
маникюр, что он же и сделан для того, чтобы строиться не у воды. И в чем прикол? Ты смотри, как клево. Ты просто вот это вот пустыня. Есть такое ощущение, что только она, бескрайняя, ни воды, ничего. Только колодцы с водой спасают твою жопу от пересыхания. Ну вы поняли. Ой, блин. Да, все, надо спать ложиться. Но самое главное, что место под постройку я нашел. О, добрый вечер, диспетчер. Ты что делаешь? Мое место. А вот что-то нефтяночку я найти не могу. Где она находится? Слушай, реально, я не знаю, где нефтянка. Но она вроде бы где-то вон там должна быть наверху находиться. Сейчас нефтянку еще найдем. Колодец, кстати, поставил, во-первых, он у меня был, во-вторых, вес занимает, а в-третьих, ну, естественно, это, типа, хоть как-то будет видно сдалека, где находится эта собака. Блин, как тебе нефтянка-то, а? Сейчас посмотрим. Блин, только нажал на паузу, вот она, нефтянка. Точно, они же выглядят как камешки нефтяные. В смысле, как камешки и разлито говно. А где колодец? Yep. Так, вот на нефтянка. Обязательно поставим. И я потерялся. А, вон колодец, все вижу. Ну, собственно, да. База будет там, нефтянка и отдельно постоит. Я надеялся, что все-таки будет поближе, но камон. Да. Куда же еще ближе? И так пойдет. Ну, кстати, слушай, вот если вот здесь внимательно посмотреть, то площадка-то нехило так ровная. Прям очень нехило ровная. Прям кайф. Слушай, неплохо, неплохо. Неплохо, значит, все нормально. Переезжаем сюда и здесь будем жить. Будем развиваться, будем выживать в этом прекрасном, замечательном мире. Да, ну вот как-то так. Ну... В общем, да, такая сумбурная какая-то серия получилась. Поиски, беготня, болтовня. Но самое главное, у меня есть раптор. Клёвый, клёвый, клёвый раптор. Ну ты посмотри, ну клёвый же. Клёвая, да, такие, такие. Ну а на этом я уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывать подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. И, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это всё всем. О, ты чё, блин? Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.